сегодня у нас снова розыгрыш. Розыгрыш трех замечательных ретро-тачек. Ретро-тачек. Голубой Ким 1050, красная Ким 1051 и ГАЗ 415, да, если не ошибаюсь, да, М415. Угу. Ну что, мы рады вас видеть. Да, мы рады вас видеть. И рады услышать ответы на вопросы, которые мы сейчас зададим. Какой первый вопрос? Какая машина самая мощная? И какая машина? Самая слабая. Из этих трех, да? Да. Какая самая мощная и какая самая слабая из этих трех машин? Второй вопрос. Как называется машина без верха? Вот такая, такого плана машина. Как она называется? И как называется машина с кузовом? Да? Да. Как правильно называется машина с кузовом? Надеюсь, что вы ответите правильно, и участников розыгрыша будет очень много. Я уже знаю, но не скажу. Конечно, поэтому мы ждем ответ от вас, ребята. Да, от вас, ребята. Вот такие замечательные машинки. Да, машинки. Ну и напишите, какие вам нравятся, кстати, машинки из трех. Да, кстати, вот синие, красные. Тебе какая нравится? Мне вот такая 100%. А мне вот такая 100%. Угу. Ну что, ждем ответов. Ответы будут в четверг. Да, ответы будут в четверг. Ждем. Ждем от вас правильных ответов. И до новых выпусков. Пока-пока. Пока-пока. Выбирай любую. И подписывайся на канал Игорюшин Игруши.